С позволения обнимаю Ирину Максимову, певицу, как коллегу, во-первых. А во-вторых, чтобы она не убегала далеко, потому что я являюсь неким маяком, чтобы нас было видно на фоне сцены. Ирина Максимова, певица, коллега. Да, я с большим удовольствием сегодня нахожусь на этом вечере. На творческом, позитивном. И у человека, которого я уважаю, обожаю и люблю. У Сережи родни. Мы знакомы не так давно, но уже успели подружиться. И наша дружба и человеческая, и творческая в одном флаконе все. Отлично. А вот по музыкальной части, вот с кем его можно было бы сравнить? Сережу? Нет, я думаю, он самобытен. Его сравнивать не нужно. Он нашел свое лицо. У меня на празднике 30 числа у меня был день рождения, Сережа был гостем. И в него влюбились почти все женщины в зале. Поэтому его ни с кем не сравнить. Это Сергей родня. То есть он первичен? Он тот, которому есть что сказать, о чем спеть и влюбить сердца людей в себя. А это может только индивидуальность, которую не сравнивают ни с кем. Он вот не сравним. Вот это мне нравится. Текст обычно, когда разговариваешь с артистами, с одними артистами разговариваешь о других, обязательно идут какие-то аналогии. Это русский Том Джонс там, или русский Паваротти. То есть мы изначально себя иногда ставим на второе место, на такую... Я думаю, он стоит изначально на первом месте. Forever, Сергей! Я тебя обожаю! Счастья, добра и самых лучших свершений, как в твоей просто жизни обычной, бытовой, как я это называю, так и в творческой. Ну что ж, прекрасно. Я думаю, что раз вы знакомы не так давно, наверное, мощных историй связанных с гастролями. Есть. Есть? Мы уже съездили, отлично, да? Отлично, ну, так надо поделиться. Мы ездили в Балаково к ракетным войскам. Прекрасно отработали концерт. Познакомились мы в Керчи. Там тоже мы работали вместе. Недавно он выступал, Сережа, у меня на концерте. Я с большим удовольствием его пригласила и буду приглашать на все мои концерты. А у меня их немало. Немало. Я думаю, совместная работа с таким человеком будет очень приятна и плодотворна. Ну что ж, это прекрасно. Самое главное, когда коллеги отзываются о коллегах тепло, это говорит лишь о том, что нет никаких взаимонепониманий. Да. И нет никаких конфликтных ситуаций. А это всегда говорит лишний раз еще о следующем, что люди абсолютно адекватны друг другу и, занимаясь одним и тем же, в общем-то, делом, не наступают друг другу на пятки. Сереж, а знаешь, в чем секрет этого такого взаимодействия? Это потому, что мы оба, и Сережа, и я, самодостаточны. Вот это прекрасно. Очень нравится, когда артист о себе говорит в самодостаточном варианте, а так оно и должно быть. Конечно. Артист должен быть немного, ну, не от мира сего. Поэтому... Как бы я сказала, здоровая амбициозность, здоровая. Но когда человек себя недооценивает, он завидует, понимаете, другому. А когда он такой, какой он есть, и живет именно вот так вот, то и зависти быть не может. Поэтому Сережа для меня – это мой партнер, сильный, крепкий. И я себя такой же считаю. Поэтому очень хорошо. Ну что ж, друзья, это было поздравление от коллеги. А мы с вами увидимся в следующем ролике. Всех благ!